Народ, всем привет. Вот смотрите, такая бочка пластиковая, вот заполненная водичкой, да. Как бы все понятно. Если мы берем, ребята, смотрите, несколько таких вот бочек металлических, хороший такой металл у них, 200-литровые железные. Но не смотрите, со временем у них образовалась вот такая ржавчина, вот. Чтобы это все чистить, это, блин, уйдет дофига времени. Ну и вы сами все будете в ржавчине, не вымотаетесь. Я вам сейчас покажу, как быстро сделать так, чтобы у вас можно было сюда налить воду, и вода у вас была тут чистая. Сейчас покажу, как это сделать. Так, ребята, для этого я взял пакет для мусора 240 литров. Бочка 200 литров, а пакет 240 литров. Я взял и одел, точнее спустил вниз полностью вот этот пакет. И теперь сюда можно залить воды. Сейчас просто необходимо как-то будет закрепить, чтобы у нас, ну, например, ну, вода, когда будет залита, у нас, в принципе, все выровняется, будет все ровно. Это я сейчас чуть позже покажу. Ну, вот видно, да? И все, у нас вода, ребята, здесь в этом пакете будет чистая емкость. Получается 200 литров у нас будет наполнена. И никакой не будет связи, получается, воды и металлической вот этой агрессивной среды коррозии, которая вот, вот тут сверху вот видно, да, на этой бочке. А на той сами видели. Прям страшно, как тут. Так что сейчас набираем водички и покажу вам, что получилось у нас. Так, ну вот, начал наполнять воду шлангу. И вот видно, как у нас пакет немножко вниз спустился. Получается, по краям вот такая вот часть тут осталась. И видите, да, что он уже, в принципе, по форме бочки пакет выпрямился. А потом, я не знаю, можно будет даже так оставить, или там, не знаю, каким-то резинкой или веревкой просто стянуть, чтобы просто вам не мешало вот эти части пакета, которые не закрепленные. Так, ну вот уже треть бочки наполнилась. Так, ну вот, ребята, бочку мы наполнили. Вода вообще, смотрите, прозрачная, чистая. Она у нас уже не контактирует с металлом, и она у нас будет оставаться всегда такой чистой. Что я еще бы посоветовал? Вот этот целлофан, да, полиэтилен вот этого пакета 240-литрового. Он у меня поплотнее, чем обычный под мусор. Так что я тоже бы, в принципе, рекомендовал. Где-то она, знаете, раз, ну, вот как пакеты, вот раньше черные были пакеты, простые черные пакеты с ручками, я имею в виду, вот типа такого, так сказать, по плотности он, качество. Вот все, теперь у нас можно пользоваться бочкой, что одной, что второй, третьей. Так, у меня их тут 4, еще одна в теплице стоит. Все, ребят, кому был данный ролик полезен, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока, до встречи.